Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги, с вами Светлана Соколова, вы на моем канале и добро пожаловать! Перед вами 7 гель-лаков различных торговых марок. И сейчас я хочу вам предложить эксперимент. Эксперимент будет заключаться в том, что я нанесу на типсы гель торговой марки Nikon Nagel, который называется Яшма. И посмотрим, какие гель-лаки растекаются по яшме, а какие не растекаются. Этот вопрос был мне задан в комментариях и уже неоднократно. И в качестве ответа эксперимента давайте все это дело проделаем и посмотрим, что работает, а что не работает. Может, вообще ничего не работает. И мы с вами сможем посмотреть, убедиться воочию. Итак, поехали. В качестве испытуемого у меня будет гель Яшма номер 4. У меня только один цвет, поэтому будем работать только с одним номером. Нанесу тонким слоем на ноготок. Первый эксперимент вступает родной гель-лак торговой марки Nikon Nagel, который называется Молекула. Немножечко нанесу на палитру такой цвет, который я вам уже показывала. Это номер 13, достаточно густой, и посмотрим, растекается он или нет. Взяла тонкую кисть и попробуем рисовать. Несмотря на то, что гель-лак густой, он все же растекается по яшме. Очень красивое сочетание цвета и красивый получился результат. Отправляю в лампу. Снова наношу яшму. Теперь в качестве испытуемого у нас пойдет гель-лак торговой марки Lianel. Это новинка, которая еще нет даже в продаже. Называется «Модные духи 006 номер». Такой сиреневый. Красивый цвет. Нанесу на палитру немножко. Возможно, сочетание цвета будет не очень, потому что у меня другого нет. Ну, посмотрим, как получится. Гель-лак отлично растекается по поверхности яшмы. Не вижу никаких проблем. Можно немножечко поправить середку, если вам хочется. И отправляю в лампу. Снова наношу яшму тонким слоем. В качестве испытуемого будет также новинка Эмилак 061, который называется Флирт. Также наношу на палитру. Такой слегка пастельный розовый цвет. И также тонкой кистью делаю прорисовку. Какие-то сложные дизайны вы методом растекания все равно не сделаете, потому что как бы специфика этого материала именно такая, что вы можете нарисовать что-то такое несложное, простое, но в то же время очень эффектное. Смотрите, как красиво. Отправляю в лампу. Снова новинка, это торговая марка Формула Профи. Линейка называется «Морское настроение», гель-лак пастельного цвета номер 12. Розовый, нежный цвет. Сейчас, наверное, снова смешается, но в этой линейке именно такие все примерно цвета. Как-то не выбрать мне потемнее. Снова наношу на палитру.
снова наношу яшму. Повторю, яшма у меня номер 4. Моя задача показать вам, растекается яшма или нет с другими торговыми марками. Можно, конечно, подождать, чтобы еще больше растекся. Здесь я влезла не в ту каплю, капли рядом стоят, и я, не глядя, залезла кистью в другой цвет. Так и рождаются неожиданные дизайны. Отправляю в лампу. Еще один знакомый для вас гель-лак торговой марки Bliss, номер 017. Помните яркий неоновый цвет? Сейчас посмотрим, как неоновые растекаются или не растекаются. Тоже наношу капельку на палитру, наношу на ноготок яшму тонким слоем. Нанесите толсто, не высохнет и сколится. Неоновый цвет растекается, хотя и медленнее других торговых марок, но все же растекается. Подождем до нужного нам состояния и отправляем в лампу. Следующий гель-лак торговой марки Diamant 178. Тоже вы уже видели в моих видео. Сиреневый цвет. Эх, зря я взяла сиреневый опять. Ну ладно, зачем взяла опять сиреневый? Этот гель-лак достаточно густой, он хоть и не неоновый, но достаточно густой. И сейчас посмотрим, как же он работает. Нанесу на ноготок яшму. И тонкой кистью сделаю рисунок. Эх, наверное, сейчас не будет видно. Очень красиво растекается, красивое сочетание. Опять залезла не в ту каплю. Такое сочетание прям, знаете, не яркое. Эффект батика. Не знаю, как вам показать, но получилось нежно-нежно. Растекается, не очень интенсивно, но растекается. Отправляю в лампу. И последний испытуемый, это Nile & Co. Торговая марка. Цвет гель-лака 172. Это гель-лак 3 в 1, вот такой ярко-красный, классический. Чуть-чуть на камере он ярче выглядит, чуть-чуть немножечко, на самом деле цвет Мерлин Монро. Наношу яшму. Красненький, давайте помучаем. Этот тоже гель-лак хорошо растекается, но немножечко медленнее, чем все остальные.
зато он так красиво, вуально растекается. Он не делает кашу, но видно, что есть эффект растекания, серебряная полоска, которая должна получаться. Вот так. Отправляю лампу. И в качестве завершающего эксперимент давайте я покажу вам, как растекается гель Анна. Также торговой марки Никонагель. Этот гель как раз предназначен для таких целей. Этот гель вы уже неоднократно видели у меня в роликах. Белый, кипельно-белый, достаточно плотный. Больше похож на краску, чем на гель. Видите, аж тянется. Ставлю на палитру капельку. Вот так растекается Анна. Быстрее всех. Красота. Отправляю в лампу. Теперь всех испытуемых перекрою финишем. Вот такой эксперимент я для вас провела, и мне кажется, он получился достаточно удачным и успешным. И дизайны, которые получились, мне очень нравятся все, причем сочетание цветов, как растекаются, какие-то растекаются больше, какие-то меньше. И как вы видите, яшма течет со всеми торговыми марками, какими-то побольше, какими-то поменьше, но все-таки растекается. Вы просто попробуйте, и вы сами узнаете, работает ли гель яшма с вашим гель-лаком. С моими, которые есть у меня на данный момент, как вы видите, работает, и можно взять любую торговую марку и добиться интересных результатов. Надеюсь, я ответила на ваш злободневный, интересующий вас давно вопрос. Если вам понравился этот мастер-класс, пожалуйста, поставьте пальчик вверх, мне будет очень приятно. Спасибо вам за подписку, а мы с вами увидимся очень-очень скоро. С вами была Светлана Соколова. Пока-пока! Наверное, думаете, это какое-нибудь украшение, бижутерия? Нет. Это вот такая лапочка для нас, для художников, для мастеров ногтевого сервиса. Вы можете одеть эту лапку и сюда выдавить гель-красочку, и вам будет удобно рисовать не с руки, не с пальца. Я вообще не сторонник того, чтобы на руке что-нибудь возюкать. Не хочу заработать себе аллергию. А не знаю, удобно ли это будет, но...